ЧП в Киеве на параде по случаю Дня независимости. Во время выступления президента Петра Порошенко одному из солдат почетного караула стало плохо, он потерял сознание. Военного успели подхватить, он не пострадал. Это уже не первый солдат, который упал в присутствии Порошенко. Похожий случай произошел прямо на церемонии инаугурации в мае 2014-го. Тогда караульный потерял сознание как раз в тот момент, когда мимо него проходил украинский лидер. В марте этого года на праздновании годовщины образования Нацгвардии страны-знаменосец Порошенко потерял сознание в прямом эфире.